В Люберецкой администрации прошло совещание по вопросам профилактики сиротства. В нем приняли участие представители органов опеки, здравоохранения, детских и родительских домов со всего Подмосковья. Мы мониторим ситуацию ежемесячно, практически в еженедельном таком ручном режиме. В этом году за первый квартал у нас отказных детей на территории Подмосковья такой же, как было и в прошлом году. Это 37 человек. Отказываются от детей в основном приезжие, временно проживающие и работающие в Подмосковье женщины. В 2016 году в Люберцах было зарегистрировано 35 детей-отказников. Из них 22 ребенка, те, чьи родители не зарегистрированы в Московской области. Еще одна категория отказниц – женщины с тяжелыми патологическими заболеваниями. Как сообщила первый замглавы городского округа Люберцы Ирина Назарева, из 6 люберчан 3 ребенка с тяжелыми врожденными заболеваниями. Родители побоялись, что не справятся с их лечением. На семинаре совещания, который впервые прошел в Люберцах, обсудили детали разработки модели и плана внедрения мероприятий по профилактике отказов от новорожденных. Мария Лапычева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.